Всем привет, это мы. Это влог, мы едем в Питер. Никогда не забуду, меня тошнит. Этот не выспался. Все. Короче, мы идем в Бенкер. Проводик Томас. Какой влог. Какой интересный влог. А это все, что я запишу на этот раз. Поездка в Питер. Это как мужский Алла, помнишь? Меня украли. Вот мы ждем это нашего года. Мы ждем, когда уже поедем. А где четвертый? Четвертый там. Круто. Круто. Мы и так пересечемся. Да. Да пофиг, уже мне. В самые лучшие места. Ага, как тебе? Розетка. Сними розетку. Вот тут розетка. Тут так можно ноги выпрямить, вы себе представляете? Окей. Хорош. Ну нам-то что, мы друг на друга положим? Так рюкзак можно вверх положить. Блин, а как спать-то лечь? Она, моя сумка. Ложись. Что? Спи. Смотри. Спи. Что это? О, тут есть розетка. Есть, посмотри, как это удобно. Будешь спать? Так ты так ляг. Ты так ляг? Вот, господи. Если что, на тебя лягу. О, ну что, едем? Не едем. Следующая остановка. Все, поехали. Пока, Санкт-Петербург. Петрозаводск. Пока всем. Ой. Едем. Блин, не будет человека, который будет бежать и такой, остановите. Вау, поехали. Сейчас маме позвоним. Приехали в Питер. Видно, что это Питер. Я не могу. Вот, все, там домики. Видно? А мое счастье видно, что я приехал наконец-то. Как тебя, Никита? Заебал уже, бля. Смотри на эту погоду, отвратительно. Как не солнечно. А вот дома пошли. Как будто бы Петрозаводск, только немножечко не перекрасили. Что-то дома высокие какие-то петрозаводские. Деграднуло это название. Блин, ну с той стороны даже. Даже еще более. Все, поехали обратно, Никита, застянем. Мне понравилось. Ты посмотрел, да, все это, короткая экскурсия. Мы будем записывать, да, лайк. Вау, поезд Москва, Россия. Мы приехали, заселились. Уху. На это потребовалось ровно... А, да, точно, можно так делать. Вау. На это потребовалось ровно вся жизнь, чтобы добраться до этой жопы мира. Я охерел от того, что такое метро и вообще от всего покажи на свете. Покажи из окна, покажи. Так видно уже было. Вот, смотрите. Ну, короче, мы выгружаемся. Смотрите, у меня пирсинг вылазит. Мы выгружаемся и, короче, надеюсь, мы пойдем в океанариум, как малые дети, малые дети. У-у. Третий раз показываю вид из окна, ведь это так красиво. Скажи пару слов. Очень красивый вид из окна, всем рекомендую заселяться. Хрен знает. А, где. Да. Тут еще. Тут еще типа так всем похуй на то, кто вы, что вы. Ок, идите, смотрите, как тут маленько, стенненько. Провожу экскурсию. Вот тут вот у нас чайник. Очень много важных вещей, которыми мы, конечно, будем пользоваться. Вот тут вот холодос есть, типа. Для меня было удивительно, что тут есть холодос. Тут Лиза, она в комплекте не идет. А здесь то, из-за чего мы, собственно, уехали, горячая вода. Но я не знаю, есть ли она. Тубик. Готовы покорять миры, нихуя не видно. Мы готовы покорять миры. Никита, иди сюда ко мне. Иди сюда ко мне. Никита, моя сучка и я. Мы приехали. Все. Петрозаводчане покорять. Я голодная. Я жрать хочу. Я говорю, влаг воняет. На кнопочку давай. Господа, это то, из-за чего я... Вау. Так выглядит питерское метро. Да, для людей это абсолютно нормально, но для меня это шок-контент.
Лиза, еще скажи, что мы купили проездные. Да, теперь на трое суток мы сэкономили. Вау. Это не за жетоны. Это так круто, но жетоны выглядели пиздатее. Ну ладно, похуй. Ничего, я в конце куплю нам сувенир. Какой-то лютый. Это наш корабль будущего. Надеюсь, мы с Никитой будем купаться. Ой, ну бред, ты не неси, что ты людей путаешь. Это наш будет это. Да ну что? Что ты людей? И в страну рыбак. Все, вы на этом комментарии закончились? Я посмотрю с телефона, Дрито. Ой, там крокодайл. Мертвый, надеюсь. Так, людей много. Не знаю, давай посмотрим, как его зовут. Мне интересно. Ой-ой-ой, смотрите, какая сучечка. Может, на мемы, короче, разбирать рыбок. Черепаха. Ау. Ой, она живая. Это так странно, ты пригнись. А может, это чисто? А, да, чисто. Вот она, физика. Мемы. Шапа какая-то. Ой, тут совики есть. Или что это? Какой-то язык вытянутый. Какой-то фалос. Ой. А это точно можно на ютубе показывать? Это, а это, кстати, вообще рыба из этого Немо. Да, похоже. Может, она и есть. Для особо усталых, как для меня, типа, может, усилить. А это маленькие сомики. Говорят, если будут большие, то они сожрут вас. Где ты видишь? Вот, красненькие такие, мелкие. Это креветка. Малюсенькая. Чисто я после пельменей. А жирная на самом деле. Ой, какие они мелкие. Ты про это говорила? Плавает. Прикинь сюда упасть. Прикинь сюда упасть. А. Тут даже рак затесался возле этих красоток. Это подводный мир. Я когда вчера у Арины Сюли спрашивал, они такие, мы пойдем по музеям писателей. Такая фигня. Большущая. Какая все... фигня. Я говорю, такая большая фигня, а не какая фигня. Ну, прикольненько. Ну, жизнь это, конечно, покрасивее, чем на камере. Это точно. Ау. Почему его... А, вижу. Поменялся цвет. Еще третий спрятался, значит, за веткой. Лягушатки. Никита, тут мемы. Еще один мем. Мемы. Мертвые выдры. Да, выдра. Боже мой, они уже тут люди просмеются на меня. Мы. Что? Это что будет вообще? Помогите ему, пожалуйста. Почему здесь он желтый, а здесь все черные? Почему у них у всех лица всегда такие? Чисто пожрать. Ой, под ним змея, я не заметил. Две змеи? Это не змея, это рыбки. Ну типа змееголовые. Они похожи, да. Она рожает. Их даже... похоже на зубы.
ты доедешь с тобой. Говорю, тут одни сплошные мемы. Это мемы. Это пирамида. Они будут реагировать тебе на палец, типа, пытаться съесть его? Они вообще говорят, это на самом деле безобидные. Наоборот, боятся. Помню как-то на мои пальцы. Они... Блин, что, фильмы врать, что ли, будут? Да ну привет. Не, ну с акулами нет. А мы нашли потерашку. Да. Они еще в этом доме их заводят обычно. А как это сделать? Бэбэ. Бэбэ. Что-то блевануло камнями. Там. Там девушка. Жалеешь о моих потраченных деньгах? Очень желаю. Вообще красота. На камере, конечно, фигня какая-то, да ладно. Хотя он не изображает, но... Я напоминаю, это мы все снимаем, чтобы потом ни разу не посмотреть. Как тебе, Никита, экскурсия? Я устал.
Там были дети, они орали. Нам понравилось, но мы устали. Голова болит. Душновато и херово. На улицах Питера так тихо по сравнению с океанариумом. Нет орущих. Ну ладно, материться больше не буду. Детишек милых нету, поэтому типа ладно. Я очень рад. Он фоткает собор. Там это бывший завод. Обделали машинки швейные. Сейчас там магазин книжный. Большой. Я не знаю, зачем я это говорю, просто хочу это говорить. Так снимаешь классно, просто, блядь. Это я. Пока. Так, подожди. Это я и вся моя родня. Ну, мои уёбища уставшие. Никита, давай на под крышу. Туалет в кафе. Я слуга. Сперва скажу всем соседям, что нас нет. Чего, блин? Потом закрёт ворота. У всех музыка тут какие-то присказки. Ты нажал? Очень вкусно. Вы не представляете. Пальчики я ближе. Я пью воду. Это очень интересно, это рекламная интеграция. Ты есть, ты будешь это дерьмо? Мы не заказали воду, потому что она стоила 600 рублей 250 миллилитров. Тут тархун стоит типа 370 рублей, чтобы вы понимали. А, так что? Чтобы вы понимали, мясо тут сладким отдают. Тут положили лайм и гранат, чтобы заесть этим. Я не понимаю, в чем смысл. Мы отдали за это 800 рублей. Эрмитаж. Я когда-то давно там была. Это второй день уже. Да, это второй день. Но мы идем с ним в кунсткамеру. Вон. Народу до хера. Комментаторов много. Да, жесть. Мы так не заебались. Да все потом. Вот, короче, красиво, да? Не сбить людей. Это челлендж, попробуй сказать. Хотя им пофиг, да? Тут все друг друга сбивают. Вот эти столбы, кстати, про которые ты мне вчера спрашивал. Блин, красиво, вот это. Что, вот это? Или вот это вот? Ну, кадр такой находится для полароида. А я тем временем этот оператор. Сейчас опять кукус завалится и все, посрусь, короче. Вот мы сегодня, да, Никита? Никита. Это я, это мой влог дебильный. С Питера. Давай, чтобы сейчас он его утопит. Никита фоткает. Интересно, какой полароид получится, как все наши остальные? Его сдувают. Ой. А там хуй тупо. Понятное место. Зашли в кунсткамеру. Вот, да, дырка. Вот. Очень много очереди. Еще мужик какой-то левый подошел, сказал, там без очереди в кунсткамеру. Вот, нихуя не понятно ничего. Вот. Поэтому мы идем в камеру пыток на гостином дворе. Похуй. Потому что нам главное в парк попасть, на самом деле. Это вот цель наша. А все остальное так. Второстепенно. Второстепенно, цели. Да. Вот мужик какой-то идет. Вот, и... И вот, поэтому мы сейчас идем в камеру пыток. Вот мы попали в камеру пыток. Всем привет. Это любители ОЗ. Это да, может, нет? Да, Даниэль. Блин, наверное, эта девочка бы испугалась. Чё? Эта девочка бы испугалась бы. Ты вот меня в эту хотела затереть и сказать, это экспонат. Жанна Д'Арк. Пресс для головы. Нормально. Thank you.
Из-за внизить что-то похожее. Кресло Эдопроса. Прикольно. Пипец, тебя на хикл садит, все. Высоко ценился времена инквизиции как хорошее средство для допроса. Удивительно. Молчаливых. Почему? Человек не будет курить. Да-да-да-да. Использовалось для раздробления и ломания суставов как коленных, так и локтевых. Прекрасно. Ну, прикиньте, тяну видео. Господи, с другой стороны, как хорошо, что у нас название. Какой? Это с водой. Забавно. Они включают звуки. Ой. Смертника сажали на стол с руками, связанными за спиной. Ага. Чего? Железный ошейник жестко фиксировал положение головы. В процессе казни палач постепенно закручивал железный болт, который медленно входил в череп. Ой. А этот вон, пизда. Изнутри типа. А, еще и удушение, наверное, какое-то. Прикольно. Ой, это удушение. Это нельзя удушение. Показывать на YouTube. Через типа удушение висит. Всем сразу представляется лисеница. Нафиг это будет. Ее там это пытали. Это что за туфелька? Железный башмак. Классно. Меч палача вот висит. Ну, как-то тут он выглядит вкусно. Нет, там должен быть прям ух. Это, кстати, что-то тоже из амнезии похожая штука. Более такая. Амнезия. Чеки на такую штуковину садили. Нет. Да конечно, блин. Вау. Неплохо. Это висело. Это самое кольцо похожее. Рогатки. Мне кажется, знаешь, типа, если бы сейчас что-то такое бы было еще, ну, не прям запрещено, то кто-то бы мог бы тоже такое помышлять. Угу. Ангельская казнь на бочке с порохом. Несчастного посадили на бочку с порохом и взорвали. Так вот тут написано, наверное, это оно. А, так вот откуда идея шокерами. А, это я знаю, за пьянство. Вешали. Бабы какие-то. Скрипка сплетниц. Ебать. Она могла деревянной или железной быть. Для одной или двух женщин в своей форме напоминала это изысканный музыкальный инструмент. Это было орудие мягкой пытки, игравшее скорее психологическую и символическую роль. Руки и шеи жертвы закреплялись в небольших отверстиях, так что наказание оказалось молитвенной позе. Можно представить себе страдания жертвы от нарушения кровообращения и боли в локтях, когда устройство надевалось на долгий срок, иногда на несколько дней. Прикол. А за, ну, ок, типа, но за что? За сплетничество, наверное. Ангельская казнь. Ожерелье с картами, игральными костями и трубками. Вилка еретика. Этот инструмент действительно наполнил стороннюю тайную вилку. В колдовстве, короче, обвиняли. А что, в чем суть-то? В чем суть?
Глубоко проникая в плоть, она причиняла боли при любой попытке пошевелить головой и позволяла говорить жертве только неразборчивым, еле слышным голосом. Иногда на вилке можно было прочесть латинскую надпись «Я отрекаюсь». Это, кстати, где-то я видел. Полнели грубости и скандали. О, господи, меня бы в эти... Меха для надувания кишечника. Я это знаю. В жопу? Ну да. Поддержание огня в камине. Однако встречаются упоминания об использовании мехов для пытка в ряде европейских стран. Причем пытка с их употреблением нередко заканчивалась смертью. Боже мой, какой-то извращенец. О, буквы. Прикол. А, это типа за какие-то деяния тебе и делали? И изменник, бы бунтовщик, злодей. О, злодей. Урезание языка тоже, да. Ты не мог потом говорить. Тиски для больших пальцев, ну ладно. Крюк для подвешивания за ребро. Разбойник. Ничего. Решетка жарования. На правой щеке долгу зеналивую. Да. Ничего. Была легким и не причиняющим физической боли наказанием. Ее надевали на голову женщины, а в основном молодым наказание. О, Никита, вот ты говорил БДСМ, вот тут есть плети всякие. Относящиеся к понятиям женской чести. Исключением было плюдение, которое считалось серьезным. О, древний китайский утюг. Наказание соломенной косы. Вырез платье. В случае обрывания с плетен. Этот утюг – древнейший предшественник. Поезд целомудрия, ой, я не знаю. Посажение на кол. Никита, смотри. На кол. Погоди. А, это женщина. Ок. Хорошо. А, реально, он пизда. А, верность, типа? Ну, типа, не смейте трахать мою жену, пока я убегаю. Серьезно, есть такое? А где мужики, извините? Ну, это в каком веке, дорогие? Мужику твою глотку отрыву, так и нет. Сломанная коса. Вот Никита пошел на эту штуку. Мы уже тут столько накатались, у Лизы глаза по 5 копеек. Я не пошла на нее, потому что она тут крутится. Внимание, скобы опускаются автоматически, ничего руками не вот, трогаете. Вот, Лиза. Сейчас вы поймете, почему я на нее не пошла. Потому что Лизе бы стало плохо на этом точно. Пожелаем удачи Никите, мы помнили его. По нашему городу. Да я уже помню. Вот жалко, что не получается засесть, потому что, извините, я там в таком шоке сижу на этих аттракционах. Давай, удачи! Ну, там девочка перекрещивается уже. Все, полетели. О, сейчас вы поймете, почему я это не выбрала. Не знаю, что там с Никитой происходит. Мне бы плохо было бы. О, да, мне... Не пануться. Я точно бы не пошла, слава богу.
Я на эту авантюру не пошла. Ой, плохо там по лицу. Добрая. Да, такая белевита, девита. Ну да, ему там плохо, блядь. Сидел. Сейчас все впереди, он уже ему это. Да, да. Я смотрю, меня тошнит. Я его слышу, смотри, как он орёт там. О, подложу там плохо. На нем лица нет. Да, да, фигня типа. Ничего, ничего, давай. Давай, давай его, раскачивай. Фигня. Чего там плохо, Рил? По лицу видно. Приехали. Такой шейк, вот его сейчас тошнит. В душной кабинке. Мы были сегодня, мы в шоке, да? Никита, засними меня. Я тебя уже снимала. Такое у меня лицо после всех. Сегодня были глаза по 5 копеек у меня после Петрозаводска. Ну, Кита хотя бы был примерный опыт в Сочи. Я вообще сегодня в шоке. Так что сегодня такой денек на камеру. Вот. Не получилось заснять, у меня бы тогда камера нафиг бы выпала из рук. Мы были на вот этой фигне. Боже, я была на каком-то там, мы были и на этих горках. Жалко, только на ракету, наверное, не... Вот, посмотри, очередь. На ракету? Да, о, видишь, чё, дофига. Надо. Я лучше поеду. Ну ладно, мы зато и там с тобой, и там побоем. Вот на этих мы тоже были. Да. Я говорю, сегодня у меня день впечатлений, просто испытания на прочность у меня сегодня. На качелях там желтых были, но их отсюда не видно. Вот на той синей, где вы были. Вот она. Причем первый раз пошла, самая драйвовая горка была. Вот на той мы были. А это ракета. Но из-за того, что очередь, мы уже не будем ждать. Мы уже подождали 40 минут сегодня. Мальчик хочет с тобой. Где там припев-то? Ностальгия. Мальчик хочет с тобой. Знаете, тик-тик-тик-тик. Как тебе мой пролет камеры? Мальчик хочет с тобой. Смотрите, туристические места. Блин. Вау, завтра скоро уезжает. Здесь очень красиво, мне очень нравится. Вау, Лососина дает о себе знать. Ностальгия по городу. Вау, теперь я влогер, смотрите. Вау. Лиза, дай комментарий. Ой, ой, ой. Ой, камера! Она осуждает за то, что я не умею записывать. Ой, она скоро разрядится. Смотрите, очень круто. Зачем я это записывала? Это очень круто. Как тебе экскурсия? Хочешь я в окно? Хочешь я в окно ее высуну и буду снимать оттуда? Да? Чай какая-то. Как ты снимаешь? Да, хорошо видно. Да, мы будем сюда. Да ладно?
Так, все, комментарии. Песенку. А вот в жопу не пойдите. Ну, пожалуйста. Мы третий день ищем дом, который нахрен два дня искали. Чтобы в подвал спуститься. Подожди, надо понять. А мы вчера же там... Ой, блин, там жили. Мы тут пили, пели. Да, и ты сказал, я бухаю. Я бухаю. В Питере. Чудо. На Неве чудо. Погода чудо. Чудо погода. Чудо цель. Класс. Чудо женщина. Это мы, здрасте. Это влог дивильный. Под дождем называется. Угу. Время пришло. Гостя отправили. Приезжайте в Питер, чтобы гулять по одному, по одному улицу. Господи, дождь. Никита говорил, надо купить дождевики. Ну, надо было. Ну, надо было купить. Я даже не знаю, кстати, где они продают. А похуй уже, какая разница, нам уже это бесит, как подорожник, который ромашка. Как сказал мужик, с которым мы ехали в автобусе, мне нахуй не нужна ваша ромашка, подорожник или репейник, или что там было. Да-да-да. Я послезавтра уезжаю. Да-да-да. Оправдание, как у нас. Мы скоро завтра уезжаем. Да он просто такой же, как и мы. Так у них схема тупая вообще. Да херня, не схема, что за бред? Почему нельзя несколько-то отметить? 8 лет нужно иметь свою карту. А нахуй тебе? А в жареных гвоздей не хочешь? Может, мне не нужна карта. Блядь. Дура. Я, может, хочу с родителями проехать 8 лет. Нет! Блядь, что за бред, блядь? Ты не проедешь. У нас хотя бы с этой схемой все попроще. Почему? Причем в старом в автобусе норм было, что несколько людей можно с одной картой. А в новом, не, мы не дошли, у каждого своя карта должна быть. Почему я не могу заплатить за нескольких людей? Но. Моя... Да. Что за маразм? Но. Нет. Мы как в Китае, каждый сам за себя. Да-да-да. Супер. Пиздец. Классно придумали. Помогите. Конец Питера. Помогите. Лес сказал, что тут есть очень много крутых штук в ТЦ. Испанский сапог сейчас происходит. Сейчас она запоет такая. Что за... Как тебе? Там ноги прям до синяков сжимают, кстати. Блин, да какой испанский сапог? Что по лицам? Что они испытывают? Ура, закончилось. Слава богу. Сеанс восстановления окончен. Окончен. Ну ладно, на самом деле я еще возьму сеанс. Пока я тут. Кресло, на что потратить деньги? Раз уж я не могу ничего крутого себе купить. Как будто в раю на камере. Приглашаем вас в фирменные салоны Ямагучи на бесплатный тест-драйв массажный кресел для дома. Здорово. Кайф, да? Можно такую штуку домой купить? 120 тысяч за 12, сколько это там? Я могучий. Пиздец, я могучий. А мы не сняли Гарри Поттер, зато мы сняли кресло-массаж. И чё? И чё? Кому нужен этот кринжовый Гарри Поттер, поклонитесь. Смотрите ему в глаза. Когда есть кресло. Кресло в Питере, вау, офигеть. Я, кстати, что-то у нас давно таких не видел. Может, мы их просто не замечаем? А. Да, потому что мы такие, это дорого. А, мы уезжаем. Никита, прокомментируй что-нибудь. Тупо катаем. Круто, да, мне. В Питере тупо только кататься. На всем метро. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Если это вообще выложено. Последнее слово. Хотите больше веселых влогов, где ничего нет? Это мы. Зачем вы смотрите это говно? Спасибо, ждите нас на даче теперь, наверное. Дача!